В этом году принять участие в турнире на Кубок закрытия футбольного сезона Федерация футбола приглашала всех желающих. Откликнулось 5 команд. 2 команды детско-юношеской спортивной школы, «Локомотив», «Металлург» и команда школы номер 10. Примечательно, что этот чемпионат прошел впервые после почти 25-летнего перерыва. В этом году мы решили, Федерация футбола решила возродить эту традицию. Вот этот красивый кубок будет переходящим, и каждый год будет вручаться командой, победившей в турнире закрытия футбольного сезона в городе. Турнир проходил по системе в круг, то есть у каждой команды была возможность поиграть со всеми соперниками. Конечно, было немало напряженных моментов, но в итоге места распределились следующим образом. Второе и третье заняли команды «Металлург» и «Дюш-2» соответственно. А стала чемпионом, получив новый переходящий кубок, команда «Дюш-1». Турнир на Кубок закрытия футбольного сезона теперь планируется проводить ежегодно, и организаторы надеются, что в будущем участие в нем примут и новые команды, возможно, сформированные из простых горожан-энтузиастов или просто любителей данного вида спорта.